На улицах Нижневартовска появились байкеры в погонах. Специальный мотопатруль госавтоинспекции прибыл из Сургута на подмогу местным полицейским. Первый совместный рейд провели на одном из самых оживленных перекрестков. В зоне внимания автомобилисты и мотоциклисты. Байкеры говорят, техника тяжелая, зато маневренная. Нарушителям не скрыться даже в пробке. Любое сообщение о каких-либо признаках преступления, либо о дорожно-транспортном происшествии, в любом случае, в первую очередь, отправляется наш экипаж. Мы, ну, буквально, наверное, кратчайшие минута-две, мы там, где надо. Эти полицейские прошли дополнительную подготовку, освоили навыки экстремального вождения. Такое новшество продиктовано временем. В округе возросло число владельцев двухколесного транспорта и вместе с ними количество нарушителей правил дорожного движения. С начала сезона в Нижневартовске произошло 18 аварий. С участием мотоциклистов 7 человек получили травмы, двое погибли. 15 из этих ДТП зарегистрировано по вине водителей автомобилей. В то же время хочу отметить, что сопутствующими нарушениями явились именно нарушения со стороны байкеров какие. Это в основном нарушение скоростного режима, превышение скорости и нарушение правил расположения на проезжей части. То есть это движение между рядов, когда водители где-то могут и не заметить. В этот момент мотоциклисты не учитывают. Провели анализ, выяснили, что значительная часть нарушителей – это неопытные водители, которые зачастую не имеют водительского удостоверения, либо соответствующей категории.